Блокпост в Изюмском районе – фактически последний кордон, который разграничивает мирные территории и зону АТО. Из-за того, что в последнее время участились попытки вывести с Донбасса оружие, проверка автомобилей здесь проходит особенно тщательно. А на этом блокпосту бойцы обратили внимание на то, что подъехала машина без номерных знаков. Был остановлен автомобиль без номерных знаков. Во время его осмотра были найдено вещество растительного происхождения, внешне похожее на коноплю, марихуану. В автомобиле ехали два бойца батальона «Киев-2». На место события сразу были вызваны сотрудники прокуратуры. Общий вес вещества, которое было изъято, около 12 килограмм. Часть листьев были сложены в ящики, часть прямо на кустах в багажник. Как пишет в соцсетях советник президента Юрий Бирюков, бойцы «Киева-2» ехали в гости в другой добровольческий отряд. Коноплю взяли то ли в подарок, то ли для обмена на продукты и оружие. Их действия пока квалифицированы по статье «Перевозка наркотиков без цели сбыта, но в особо крупных размерах». При этом руководство батальона «Киев-2» также заявляет о проведении внутреннего расследования по факту случившегося. Предполагают, коноплю их бойцы могли изъять у ополченцев, которые имеют плантации на Донбассе. При задержании бойцы не оказывали сопротивления. Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Что касается самой перевозки наркотиков, то кусты направлены на экспертизу. Бойцам «Киева-2» грозит до 8 лет лишения свободы. Марина Николаева, Владимир Борох, агентство телевидения «Новости».